Этот прибор для определения высоты положения объекта в пространстве был создан Анри Виктором Регнё и использует свойства зависимости температуры кипения жидкости от изменения атмосферного давления, в свою очередь зависящей от высоты положения объекта над уровнем моря. Конструктивно аппарат Регнё состоит из металлического котла цилиндрической формы, имеющего внутреннюю разделительную трубку, увеличивающую площадь внутренней поверхности котла. Из котла выходит наклонная трубка для выхода кипящей воды, и патрубок являет мерение давления. В момент работы через верхнюю трубку прибор устанавливается в зеркале термометра. По показаниям на термометре и манометре, снятых в тот момент, когда из наклонной трубки начинает идти пар или кипящая вода, производится расчет так называемой точки 100 или точки кипения воды, исходя из которой производится расчет географической высоты местности, в которой производится измерение. На протяжении XIX века гипсометр этой конструкции пользовался большой популярностью. Путешественники-географы, использовав его наряду с другими приборами при вычислении координат мест,